Гера сказала, дозорная вышка рядом с водопадом. Надо отправить солдат домой. Вот и дозорная ловушка. Надо поговорить с командиром Кивы. Похоже, солдатам тяжело пришлось. Они, наверное, едва машины, держатся. Какой уже счет? Так. Эффект убьёшь 6. Я 4. А ты? Это нечестно! Я завалил Щелкозуба! Он считается за 3 твоих нарокопа минимум! Одна машина, одно очко. Ты Кива? Я. А ты? Чужеземка, убившая лучшего воина Регалы на посольстве. Отряд баранов был там. Мы видели тот бой. Пивало все еще должен мне осколки. О, спасибо за поддержку. Я духовница Геры. Возвращайтесь домой. Гера, похоже, спятила. Предводитель не разрешит нам покинуть этот пост. Мы уже один раз не подчинились. Обстановка несколько изменилась. Текота не сможет вас прогнать. Правда? Его все-таки поставили на место? Ну ладно. Еще один боец отряда дежурит у вышки на горе. Я позову его. Странно. Эзека всегда отвечает. Кому-то придется подняться. Я легко туда заберусь. И все выясню. Благодарю тебя. Подъем наверх сразу за водопадом. Только шею не сломай, ладно? Что происходит?
Мы возвращаемся. Домой, Навал. Да ты шутишь. А как же Эзекка? Чужеземка его приведет. Морозильные снаряды должны сработать. А вот и начало подъема. Дозорная вышка на вершине. Снег покрывает все вокруг. Черезы кружат над вышкой. Плохой знак. Я уже близко к вышке. Надо только подняться повыше.
Разберусь с машинами и осмотрюсь спокойно. Оставлю при себе.
Похоже, это он. Судя по ранам, то Чуреза застали его врасплох. Он не мучился. Киеву протрубило в горн. Но сигнал совсем другой. Надо вернуться к вышке и узнать, как у них дела. На дозорную вышку напали. Надо срочно спускаться. Вот это ветер! Слечу прямо на них. Застану машины врасплох. Во имя десятых чужеземков небе!
У меня снежинки на бровях. Отряд баранов победит любую машину. Ну, две трети отряда баранов плюс чужеземцы. Спасибо за помощь. Эзеко уже идет? Вообще-то, его убили. Машину напали. Мне жаль. Что? Он был отличным бойцом. Лучшим в отряде. Он погиб, Кива. Теперь вас только двое. Клятый Текоте. Мы же просто пошли на посольство. По приказу вождя Хикара. И что получили за это? Нас отправили на верную смерть. И все потому, что у Текоте зуб на вождя. Теперь все кончено. Да. Спасибо, страница. Вот. Это тебе. Пивала! Мы уходим. Кузня Текоте привели к смерти солдата. Хотя бы те двое вернутся домой.